НАТО намерено развернуть многонациональную бригаду в Румынии помимо 4 батальонов в странах Прибалтики и Польши. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг по прибытии на плановую встречу министров обороны стран-участниц НАТО. Мы намерены принять решение о расширении нашего военного присутствия в регионе Черного моря. Мы уже усилили свое воздушное патрулирование и учения. И обсуждаем создание в Румынии штабных структур для развертывания там многонациональной бригады Альянса. Окончательное решение на этот счет должно быть принято на саммите Североатлантического альянса в Варшаве 8-9 июля. This is a new element. It's a proposal from Romania. Это новый элемент. Это было предложением Румынии, и важно отметить, что мы приняли решение реализовать специальные меры по Черноморскому региону, по Юго-Восточному региону Североатлантического альянса. Как конкретно это будет осуществляться, мы еще будем обсуждать. Но присутствие НАТО сохранится, и я приветствую инициативы и предложения Румынии, которая сделала возможными эти меры. Possible.